Нет, я, конечно, дарил цветы маме, но когда она... Просто моя мама. Дети, которые родились в 2020 году... Такие же дети, как и мы. Я бы перешел на ТикТок, если... Если бы захотел. Мне кажется, успех блогера зависит от... От желания. Если бы моя девушка предложила нам жить вместе... Я бы сказал, давай. Человек, который храпит ночью. Храпит ночью. Неловкая ситуация, в которую я попал вчера вечером. Пришлось посетить сразу два мероприятия, которые проходили в одно и то же время. Метро Москвы в час пик это. Метро, где много людей. Будучи маленьким, я бы сказал сам себе. Стефан, делай все так, как собираешься делать. Я считаю, что настоящее детство это. Это мое детство. Стефан Лав ТВ. Bye.